очень-очень шаткое равновесие держится изначально. Левандовский. Робин играет назад. Лам, пас вперед, в одно касание Мюллер. Мюллер как-то действительно весь первый тайм проводит, откровенно говоря, хуже, чем он умеет играть. Просто мяч от него отскакивает. Я никогда бы не сказал, что Томас Мюллер деревянный футболист, но вот по первому тайму кажется, что что-то с ним не так. Подача на дальнюю штангу. Дуглас Коста, скидка в центр. Опасный момент. Мюллер, деревянный футболист. 43-я минута.